разные люди с тобой, допустим, сидят, пьют. Тут много ругается матом. Мат не любит, говорят, наверху мат сильный. Нельзя ругаться сильно. Да, все равно же мы говорим там. Но все равно ругаемся. Да, все равно ругаемся, какие надо эмоции. Хочешь не хочешь, а все равно выскальзывает. Да. Оказывается, матершина несет нам негатив. Вот обязательно. Так, да. Мы поругаемся, а потом что-то раз и заболели. Грипп, или там нога у тебя, или там криво наступил, Сережа, или чуть тебе машина не сбила. Мы же не задумываемся об этом. Почему не задумываемся? Почему тебе машина чуть не сбила? Значит, ты кого-то оскорбил, или на кого-то ты что-то не так смотрел, или не знаю. Поэтому большие люди, которые контактируют с там, они говорят, мы сейчас в каком уровне, оказывается, живем. Наш уровень, они говорят, сверху говорят,